Цены растут, спрос не снижается. Уральские эксперты туриндустрии рассказали о том, где и по какой цене чаще всего будут отдыхать жители Свердловской области. Опасения, что в 2019 году российские туристы станут реже ездить в отпуск, не оправдались. Несмотря на то, что цены на путевки выросли на 20%, количество рейсов, например, в Турцию, тоже увеличилось. Сейчас это самое популярное направление. Стоимость тура на человека 50 тысяч рублей. Но серьезную конкуренцию турецкому побережью составит Крым. Эксперты считают, что открытие моста увеличит число туристов вдвое. Постепенно повышается интерес к экскурсионным турам по регионам России. Сейчас в моде Калининград, Сахалинское и Камчатское направление тоже развиваются, но медленнее. Что касается Свердловской области, то на встрече с журналистами руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев заявил, что промышленный туризм официально является визитной карточкой нашего региона. И спрос на него будет только расти. Промышленный туризм, который для нашего региона и не только Свердловской области, а в целом для Уральского региона будет являться основным, базовым, наиболее массовым и отличающим наш регион от иных субъектов РФ, вошел в список приоритетных направлений и в стратегии развития туризма Российской Федерации.